все еще не любите зиму? Вам так не хватает тепла и комфортно в эти снежные дни? Вы просто не нашли теплое решение для того, чтобы согреться. Специальное предложение только с сегодняшнего дня. Ну и это еще наше уникальное тепло. Костюм нас будет согревать до минус 30 градусов. Нам будет тепло, нам будет комфорт. Итак, от 50 до 58 размера. Мы выбираем этот костюм на размер больше. Это лично моя рекомендация для того, чтобы он сел идеально. Для того, чтобы у нас осталось еще совсем небольшое. Большая свобода для поддевания джемпера или для поддевания еще какого-либо утепления. Вот оно на самом деле, и удобство, и тепло, и комфорт на размер больше. Слушай, Наташ, но мы все-таки выбираем костюм, знаешь, иногда бывает сложно. У нас бывает бедра немножко шире, чем, допустим, вверх, 56-58 бывает двойной, да, размер, или 50-52. Как подобрать идеально, чтобы села и брючки, и курточка? Вот, Арин, как я и сказала, выбираем на размер больше, дальше брючки под нас подстроятся. Посмотри, вот она, эластичная лента, которая подстроит брюки подо все особенности и нюансы нашей фигуры. Вот оно, наше удобство и наша свобода. Так, вот, вопросов больше не имею. Обратите внимание, эластичная лента. Слушай, это настоящая палочка-выручалочка для каждой женщины. Это здорово. Скажи, пожалуйста, спина не будет открытая? Вот я часто гуляю, и вот спина болит. Нет, ни в коем случае. Посмотри, вот она, высокая посадка. На самом деле, мой рост 1,78 м. У меня эти брюки даже выше линии талии. Здорово. Вот оно, ваше тепло. Я еще раз вам скажу, что у нас Фейбертеком утеплена не только куртка. У нас утеплены абсолютно все брюки на всей совершенно длине. Поэтому даже здесь, в районе поясницы и жизненно важных органов, у нас все будет утеплено и закрыто. Вот так, это ваше тепло и комфорт. И легко подобрать размер даже дистанционно. Почему? Потому что брюки подстраиваются под вашу фигуру за счет эластичной ленты и высокой посадки. По одной цене вы получаете сразу две вещи в свой гардероб. Это и куртка, это и утепленные брюки. Только задумайтесь, сколько сегодня стоит теплая куртка одна в магазине, а мы получаем такую роскошь. Наташ, ну ты сказала, что минус 30. Слушай, ну что же там внутри такое должно быть, чтобы минус 30? Минус 30, я на этом настаиваю. И я тебе сразу скажу, если подденем еще и джемпер или термобелье, то все минус 35, а то даже и 40. Внутри у нас Файбертек. Посмотри, это то самое содержимое, которое внутри нашей куртки. Оно придет каждой обладательнице, это паспорт качества. Видишь тончайшие полиэфирные волокна? Между ними прячутся неподвижные воздушные подушечки. Именно они и отвечают за наше тепло. Именно они будут нас согревать. Фейбертек – материал нового поколения. И именно Фейбертеком утепляют куртки горнолыжников, куртки альпинистов. А это те самые люди, экстремальные спортсмены, которым нужно как раз-таки уберегать себя от очень-очень низких температур. Слушай, это здорово, это настоящая профессиональная одежда, посмотрите, для городской жизни, для женщин, которые любят тепло и комфорт. Вот посмотрите, наша Светлана с лыжными палками, ну либо она на лыжах, либо скандинавская ходьба, на самом деле одно из двух, очень популярный вид спорта сегодня. Наташ, но иногда бывает такое, что не только снег у нас зимой. Иногда бывает и мокрый дождь, иногда бывает и даже мокрый снег, и иногда бывает даже, что дождь идет. Вот несколько лет назад на Новый год прям натуральный дождь шел. Ты вспоминаешь ту ситуацию, когда ты в пуховике вышла на улицу и промокла насквозь? Да, и замерзла, и простыла, не дай бог. Посмотри, у нас совершенно уникальная ткань дюспо, которая является вот верхним слоем нашей одежды. Она не боится ни пронизывающего ветра, ни даже дождя. Давай проведем эксперимент, я хочу вылить на нее целый стакан воды. Вот он, проливной дождь, который я устраиваю нашей куртке. Посмотри. Вот это да! У нас вода буквально отскакивает. Вот она, видишь? У нас не промокает наша ткань абсолютно. Вся вода, она скатывается вот такими вот тоненькими ручейками с нашей ткани. А это значит, в нашей куртке вы будете себя чувствовать всегда тепло и сухо. Слушай, потрясающе! Защита до минус 30, защита от дождя даже. Профессиональная защита, настоящая. Вы будете чувствовать себя комфортно, вы будете с удовольствием гулять со своими родными и близкими, вы будете наслаждаться. Слушай, Наташ, ну я обратила внимание, знаешь, на что? Ну вот я лично, конечно, на лыжах не езжу, ну не спортсменка я. Моя племянница, допустим, ездит со своей всей семьей, они вот прям по лесам и очень долго. Но вот для тех, кто не занимается лыжами, можем предложить такой костюм? Арина, конечно, а ты считаешь, что это только горнолыжный костюм? Конечно же нет. И это костюм, который
выносит даже самые экстремальные холодовые нагрузки, но сделан он для простых российских женщин, которым нужно просто комфортно сходить погулять в парк. Например, если им нужно сходить погулять с детьми, если им нужно просто какое-то время провести на улице или, например, поехать в гости к родственникам. Просто комфорт. Комфортно сходить в магазин. Ну, согласись, Арин, у нас очень холодно в стране и важен комфорт. Но не забывай, для чего еще нужен костюм. Для того, чтобы мы смогли получить две абсолютно самостоятельные вещи. С одной стороны, вот костюм, а с другой элегантная куртка, которую мы видим на нашей Татьяне. Слушайте, вот это да. Только представьте, мы обычно с вами покупаем несколько пуховиков. Один пуховик на выход, один пуховик на работу ходить и еще более теплый вариант, допустим, для вечерних выходов или для юбок. Сегодня вам не нужно несколько вещей сразу. Сегодня, заказывая один костюм, вы создаете совершенно разные образы. Вы можете носить эту куртку с юбкой, вы можете носить эту куртку с вашими классическими брюками, вы можете носить это как костюм, и получается отличный образ для прогулок. Вот знаешь, когда я сидела в декрете, когда гуляла с ребенком долгими зимними днями, мне всегда хотелось такой костюм. Вот ты знаешь, я не удивлена, потому что это действительно функциональный костюм и удобный. Но я знаю, что многие женщины, как и моя тетя, задали бы вопрос, не будет ли такой теплый костюм меня полнеть? Ни в коем случае. Первое, что отвечает здесь на нашу, за нашу стройность, это вот эта вот параллельная стежка. Именно эта стежка позволяет создать силуэт приталенный, а это уже убирает несколько сантиметров. Но самое главное, вот он, наш нарядный цвет. Точный принт. Он расположен по верхней полочке и по рукавам. А самая наша капризная часть, словно корсетом, скрыта темным цветом, то есть животик, бока. Верхняя часть бедер у нас абсолютно надежно замаскирована. То есть, надевая этот костюм, вы не просто не прибавляете сантиметров, наоборот, вы еще и убираете лишние объемы. Вот так вот мы привыкли, что верхняя одежда постоянно делает нас более полными. Наш костюм сделает вашу фигуру стройной.